La la, yeah. La la, wait till I get my money right. I had a dream, I could buy my way to heaven. When I woke, I spent that on a neck. Всем привет, с вами Дэнни Карс, 24 июня, Луцк, сегодня драк, сегодня будет очень много скорости. Мы, как Дэнни Карс, прошли аккредитацию в качестве прессы на соревнованиях. Постараемся все это показать у себя на канале. Смотрите. Начинается соревнование. Уже спешим на парад пилотов. Прошел чуть дождь, чуть помешал, соответственно. Приветствую. Мы были свидетелями ДТП последнего. Все нормально, все исправили. Да, порядок. Да, все живы, здоровы. Да, это же дрифт. Это рабочая обстановка. Да, я понял. И я теперь точно верю, что вы не пропускаете ни одного мероприятия спортивного. Ну, конечно. Здесь будет шоу сегодня, да, от вас? Шоу, да. Ну, вы же один из дрифтеров, так больше никого не будет. Да, ну все у вас порядок, по тачке все ровно. Да, конечно. С мотором, по самому, по кузовщине. Все огонь, все целое. Я вам желаю удачи, я вас рад видеть. Поэтому представьтесь, пожалуйста. Гриша. Я Григорий. Понял. Команда ваша как называется? Вот, ну я как-то сам от себя. Я понял. Приехали вместе с Одессы. Решили как бы... Что по мотору, что доработано, что по мощности. Практически ничего. Полный выхлоп, чуть-чуть электронщины, пару блочков, удлиненный маятник. Ваш рекордный заезд. Я всегда в любителях ездил, это вот в этом году решил поехать. Ну, по чемпионатам приезжали, по 9.88. Ну, надеемся, что лучше результаты. Ну, очень плохая погода. На первом этапе то же самое. Был дождь, плохой зацеп. Сейчас тоже зацепиться не могу. И холодный бетон. Очень плохой зацеп. Первая передача практически вся в буксовке. Я вам желаю удачи. Спасибо. Класс 600 у нас, Дедько Ярослав, он сегодня один, но тем не менее приехал, должен получить свой кубок. В следующий раз зови своих друзей, а то они прохалявили, побоялись дождя. Поздравляем тебя с победой. Хоть и один, но все равно правильно говорит, что ты приехал. И удачи. Дядя, реально. До 1000 кубических сантиметров, третье место. Романчук Николай. Рома, поздравляем. Роман. Второе место. Бондарчук Сергей. Сережа. Поздравления, Луцк. Чуть расстроенный, говорю, из-за того, что чуть накосячил, сам накосячил. Плохой зацеп очень. Сам виноват. Я первый раз выехал на этом маятнике. Смотри, но у тебя он самый крутой байк, мы из-за него болеем. Он наш красавчик, Бузя наша. Ну ничего, потренируемся, купим резину. Наши поздравления. Спасибо. Счастливо. Можно два слова с чемпионом? Можно. Наши поздравления. Да, спасибо. Давай пятерочку. Все четко, без одного косяка, все красиво. Это как всегда, так проходит четко. Не, ну, стараешься ехать хорошо, привыкать, адаптироваться к другим трекам, потому что здесь чуть-чуть другой зацеп, очень тяжело было зацепиться и найти так обороты, подобрать, чтобы можно было зацепиться и нормально ускориться. Поэтому, ну, как бы удалось, все, слава богу. Прими наши поздравления. Сейчас. Здорово, понимаю.
Спортивную награду сегодня вместо конусы Пузе Пашинский Алтри. Все, и первое место заслуженное чемпионство в этом классе. Своє місто Київ. Везе нагороду Войковський Роман! Рома, поздравляем! Видели в призах тебя, расскажи за свою тачку. Что там? Что там? Машина на каждый день. Каждый день ездит по... Ну что прокачал, что по мотору? По мотору усиленная поршневая группа и замена турбины. И что на стенде? На стенде 500 сил. Mm-hmm. Машина на каждый день. То есть, ну и ты не сильно переодевался. Ну да, городской автомобиль. Сейчас будет заезд классики, восьмерка. Я с пацанами познакомился. У них под 700 лошадей. Очень нарядные парни. Подошли серьезно, посмотри на резину. Сейчас будем смотреть на их результаты. Соответственно, привод передний. Дорогостоящие детали А верни сюда к нам. Ну, твои впечатления, твои эмоции. Да все отлично, все предсказуемо, ты готов был? Я готов, но мы... Ну, серьезный чемпион, ну, пацан со Львова, серьезная тоже тачка у него? Хорошая, да, очень хорошо. Было, ну, мокрая, да, плюс дождь, оно как-то ветер, не знаю, что, ну, сильно буксует машина. Старик, очень, очень сильная тачка, бетон внешний. Мы тебя поздравляем с победой, класс. Спасибо. И меня зовут канал Дэнни Карс, у нас самая заряженная 36-я. Расскажите, пожалуйста, за тачку, за себя, за команду. С тачкой все в порядке. Вы откуда, с какого города? Мы из Херсона. Класс. От Херсона город Олешки. С машиной что? С машиной все хорошо, 1000 лошадиных сил в заднем приводе. И класс соответственный, да, ну, который да, на заднем приводе? Да, Pro RVD, задний привод. По мотору что здесь? S50B30, да, эмочный мотор S50B30 в оригинале с турбиной. С маленькой турбинкой? Да, с 42-м гардом. И какие ваши лучшие цифры на 10,5, пока 10,5. Сегодня какое показали? 10,7 стабильный. Это ж четко. Да. Ж четко. Ну, мы хотим выехать на рекорд. Стараемся, настраиваем. Я вам желаю удачи. Очень люблю BMW. Спасибо. Меня зовут, представьтесь, пожалуйста. Да, Алексей меня зовут. Это абсолютный стрит. Что по машине? Абсолютный завод, 850 сил заводских. И не трогали ничего? Нет, компрессор больше стоит от Суперснейка. Угу. Выхлоп, охлаждение, ну и там куча всяких моментов. 850, да? 704 колесных сил. 850 на моторе. Нашли заряженный комарик. Пойдем пообщаемся. Не, она не едет, ничего не видно. А что не едет? Что случилось? Ну, бензонасос не успевает подавать топливо. Я понял, до какой мощности разогнали, да, что с мотором. Вот, неизвестно до какой мощности, потому что на насос... На чем остановились? На чем остановились замеры? Насос не готовый. Машина не готова. Будет готова. Ну, будут красивые селфи. Ну. Да, ну, селфи красивые, да. Ну, порадую людей тут. Поймам вам дешевле исправить все косяки. Спасибо. Сергей меня зовут. Алексей. У нас канал Дэнни Карс. А что, расскажите, что не так с машиной? Да все так, резины нету. А что с резиной? Старая. По машине сколько сил? 1000 плюс. И соответствующий класс, да? Задний привод? Да, задний привод Pro. Я вам желаю удачи. Да, спасибо. We'll be right back.
третье место. Но ты же говорил, что ничего не готово. Смотри, как жирно получилось. Ну, не жирно, это совсем не готовая машина. То есть ты считаешь, что ты можешь, ну, попределывать этих драгеров? Ну, да, я думаю, в Виннице, если я буду готовый, я думаю, вы будете удивлены. То есть в августе тебя ждать? Да, конечно. Старик, желаем тебе удачи. Да. Сейчас отремонтируемся, если будет нормально. Класс, готовься, старик. Чистый. Мы будем за тебя болеть. Там на финише 230. Голованов Алексея Теста, второе место. Чемпион в этом классе, Зинченко Сергей. Ура! Сережа. Невже я хочу на людину такого росту, як я? Так, прикинь. Серий, поздравляємо! Ой, зараз держувай! Фото на пам'ять! Боже, партія так під'їжджає, що хочеться відійти. Подождіть. Меня зовут Игорь Враби, я из Республики Молдова, город Кишинев. Класс! Я приветствую гостей. Я услышал за вашу тачку уже, за то, что неоднократно побеждали, неоднократно выигрывали, там ни в одной стране уже. Да, я занял в 2010 году второе место на чемпионате Европы, King of Europe. Поляк, который здесь, на первое место. Это вот. Все ветераны и все сюда? Да. Класс. На этой гонке реально собрались самые лучшие, самые мощные тачки. Класс. Польши, Молдовы, Украины. Я понял. Про автомобиль что могу рассказать? Да. Nissan Skyline BNR 32, 1989 года, да, рождения. Старый автомобиль, но когда-то делали хорошие автомобили, не то что сейчас. Класс. Мощность где-то 1300 лошадиных сил, 55-й Гаррет. Коробка автомат TH400, драговый автомат американский. Все переделано, можно сказать, что остался только кузов от машины. Нам желаем удачи вам. Спасибо. Особенно спасибо. Как гости. Под аплодисменты всех! Мартин Блаус! Ой-ой-ой! Вину в Польшу! Фотография легендарная, в лут... Канал Дэнни Карсона, свой YouTube. Сергей меня зовут, мы с Киева. Я понял, что с Киева. Да. Но два слова за тачку. Сколько мощности, что ну, на колесах. Где-то больше 1300 лошадиных сил, но давно не мерили. А, на 90, на сотом бензине с заправки ВОК и впрыск метанола с водой у него. Двигатель 3.8. Команда как называется? Да, никак не называется. Ты сам? Да. Как фамилия твоя? Игорь Коряков. Я понял. И сам тачки занимаешься, да? Ну, настраивает Сергей Билык, машину делает Sport Cars и мой механик тоже. В драге давно? Ну, больше 10 лет. Класс. Ну, сегодня тебе желаем удачи. Спасибо. Потихонечку подходим к финалу. Самый монстр. Что здесь? Шелби, две турбины стоит. Ну, где-то 1500. Это коробка. Драговая коробка. Очень круто. Это будет, соответственно, класс Unlimited, да, я понимаю? Да, Unlimited. Да? Я вам желаю удачи. Спасибо большое. I'm Sergey. My name is Sergey. Sergey, what is your name? Martin. Martin? Yeah. Tell please something about your car.
car is fast and furious. Yeah, I know the fast and furious. Thank you. How much horsepower? We think it's around 1,500, but we class and limit. We did it, yes, also, and four-wheel drive. We built this car exactly for this kind of airports and surface, so it's better than two-wheel drive. So that's why we did it. This, what we do, we go around and we race, and that's okay. Fun. Okay. Sergey, bye. Проходит награждение класса Unlim. Третье место Коряк Игорь, Nissan GTR. Второе место Запорожец с мотором от Shelby. И первое место поляк на своем Chevrolet Camaro. Максимально крутой, полный привод. Очень все жирно, всем очень понравилось. Ой, сразу почнайся, ой, почнайся. Пропускаем ваши мероприятия. Спасибо. Были в Виннице, в Беслесте, все очень понравилось. Обязательно, ну, на дрифте были. И обязательно будем. Я понимаю, что вы тот человек, из-за которого все это произошло. Ну, как бы, да. Поэтому вам отдельное спасибо. Спасибо, да, спасибо, наверное, что вы есть. А в двух словах расскажите о ваших перспективах по этому окну. Тут у меня все понятно, тут вопросов не было. Кроме Винницы, какие еще есть пожелания, амбиции? Ну, в этом году еще две гонки осталось. Это Винница Трак и Киев Дрифт. Вот, понял. На следующий год будем планировать серию из трех, возможно, четырех этапов. Вот сразу, как только закончится гонка, будем планировать следующий год. Планируем три драга и, возможно, три дрифта. Но пока еще вот думаем. Я вас понял. Мне все очень нравится. Вам спасибо большое, что вы есть. Спасибо.